Избавились от взрывоопасного прошлого. В Свердловской области полностью завершены работы по утилизации опасных предприятий советского времени. Обезврежены две площадки. Рижевской химзавод, где до 90-х годов прошлого века выпускали порох, ракетное топливо и нитроглицерин. А на бывшем Красноуральском химзаводе нейтрализовано 16 источников химической опасности. Работы проводили специалисты из Кемерово. Они выиграли тендер. Ликвидация взрывоопасных производств обошлась в 1,5 миллиарда рублей. Также специалисты провели рекультивацию земель и очистили промышленные водоемы.